Prasada,
Krishna, Hare Hare, Hare Rama.
Samstapakacharya Srila Prabhupada ki Nitya Lila Pravishta Om Vishnupad Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Srila Prabhupada ki Ananta Koti Vaishnavinda ki Namacharya Srila Haridas Thakur ki Premshika Oshi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasari Gaur Bhakta Vindaki Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopina Shyam Kun Radha Kun Kiri Govardhan Ki Vrindavan Mayapur Dham Ki Ganga Maye Yamuna Maye Ki Tulsi Maharani Bhakti Devi Ki Hari Nam Sankirtan Ki All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Guru, Sri Gauranga. Namaste Narasimhaya. Namaste Narasimhaya. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Bhagavan. Jai. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. 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 Gopi jana bala ba giribardhani. Gopi jana bala ba giribardhani. Gopi jana bala ba giribardhani. Yashoda nandana braja jana ranjana. 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 Munatira Jira Bhana.
Prachandi. Hare Krishna. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Ti Namane Namaste Sarasati Devi Gauravani Pricharine Nirvishesha Shanyavadi Paschachadeshatarine Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Narayanam Namaskrityam Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Naram Chaiva Narottamam Devim Sarasatim Vyasam Devim Sarasatim Vyasam Tato Chaya Mudirayat Tato Chaya Mudirayat Nasta Praeshu Vabhadreshu Nasta Praeshu Vabhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttamashloke Bhagavati Uttamashloke Bhaktir Bhavati Naishtaki Bhaktir Bhavati Naishtaki So we're going to read from Srimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 14, entitled Brahma's Prayers to Lord Krishna, Text Number 8. Мы читаем Шримад Бхагаватам, песнь 10, глава 14, которая называется «Молитвы Брахмы Господу Кришне», текст 8. Тате нукампам сусамикшамано Тате нукампам сусамикшамано Бунджана эватма критам випакам Бунджана эватма критам випакам Ригвагвапурбхир видадхан намасте Хридвагвапурбхир видадхан намасте Дживетайо мукти паде садая бхак Дживетайо мукти паде садая бхак Read the word many. Tat. You're going to translate it? You got Russian? Mm-hmm. Oh, good. Tat. Tat. Поэтому. Поэтому. Te. Te. Твое. Твое. Анукампам. Анукампам. Сострадание. Сострадание. Сусамикшамана. Сусамикшамана. Терпеливо надеющийся. Терпеливо надеющийся. Бунджана. Бунджана. Выносящий. Выносящий. Эва. Эва. Конечно. Конечно. Атмакритам, атмакритам, совершенных им самим, совершенных им самим, випакам, випакам, последствия поступков, последствия поступков, хрит, хрит, сердцем, сердцем, вак, вак, речью, речью, вапурби, вапурби, и телом, и телом, видадхан, видадхан, приносящий, приносящий, намага, намага, поклоны, поклоны, те. Тебе. Дживета. Дживета. Будет жить. Будет жить. Я. Я. Который. Который. Мукти паде. Мукти паде. На уровне освобождения. На уровне освобождения. Са. Са. Он. Он. Дая бхак. Дая бхак. Законный наследник. Законный наследник. Перевод. Мой дорогой Господь, тот, кто смиренно ждет, когда ты прольешь на него свою беспричинную милость, терпеливо снося все последствия своих прошлых ошибок и почитая тебя в сердце, словами и телом, несомненно достоин освобождения, которое становится его законным правом. Комментарий Шрилы Прабхупады. Шрила Шридхара Свами объясняет в своем комментарии, что подобно сыну, которому для получения наследства от отца надо просто оставаться в живых, тот, кто поддерживает свою жизнь в сознании Кришны, следуя регулирующим принципам бхакти-йоги, получает право на милость Верховного Господа. Другими словами, его обязательно заберут в Царство Бога. Слово «сусамикшамана» указывает на то, что преданный терпеливо ждет милости Всевышнего, перенося все невзгоды, посланные ему за былые грехи.
Господь Кришна объясняет Бхагавадгите, что преданному, целиком посвятившему свою жизнь Господу, не придется страдать от последствий своих прошлых поступков. Однако в уме его может сохраняться тень желания грешить. Поэтому милостивый Господь устраняет остатки желания наслаждаться здесь, посылая преданному наказания, которые иногда напоминают возмездие за грехи. Основная цель, с которой Бог создал материальный мир, устранить в живых существах стремление наслаждаться независимо от Бога. И потому наказание, которое причитается за каждый конкретный поступок, самым эффективным образом уничтожает умонастроение, породившее его. Несмотря на то, что преданный посвящает все свои силы служения Господу, до тех пор, пока он не обрел совершенное сознание Кришны, в его сердце может оставаться некоторая склонность наслаждаться ложным счастьем этого мира. Чтобы устранить этот дух наслаждения, Господь ставит своих преданных в особые ситуации. Страдания, которые испытывает искренний преданный, по сути дела не являются кармическими последствиями его поступков. Это особая милость Господа, побуждающая преданного избавиться от привязанности к материи и помогающая ему вернуться домой обратно к Богу. Искренний преданный от всего сердца желает вернуться обратно в обитель Бога. Именно поэтому он безропотно принимает милосердное наказание Господа и непрестанно выражает ему почтение телом, словами и сердцем. Такой искренний слуга Бога, почитающий любые трудности малой ценой, которую нужно заплатить, чтобы обрести возможность лично общаться с Ним, без сомнения становится законным наследником Бога, на что указывают в этом стихе слова «Дая Бхак». Подобно тому, как невозможно приблизиться к солнцу, не превратившись в огонь, невозможно стать прибежищем, приближенным высшей чистоты Господа Кришны, не пройдя перед этим тщательного очищения, которое может показаться болезненным. Однако на самом деле страдания, которые выпадают на долю преданного, не что иное, как сильнодействующее лекарство, прописанное ему самим Господом. Омагьяна тамирандасья гьянанджана шалакая чаксурун милитаньена тасмай шри гуруве намаха ванча каупата рупьяшча крипа синду баевача патитанам паванепьо вайшнавепьо намо намаха Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare So this is a very famous verse from the Srimad Bhagavatam. Это очень известный стих из Шримад-Бхагаватам. In this chapter, Lord Brahma is offering his prayers to Lord Krishna after the pastime where Lord Brahma has stolen away the cows and the cowherd boys. В этой главе Господь Брахма выражает молитвы Господу Кришне после одного события, во время которого Господь Брахма украл коров и мальчиков-пастушков у Кришны. Lord Brahma wanted to see some of the power of Lord Krishna. Господь Брахма хотел увидеть проявление силы Господа Кришны. So he took away all of Krishna's friends, all the cowherd boys and all the cows. И поэтому он украл всех друзей Кришны, всех мальчиков-пастушков и всех коров. And then Lord Krishna took their place. For all the Lord Brahma stole them away and Lord Krishna replaced them. He expanded himself in the form of all the cows and the cowherd boys. Но Господь Кришна проявил из себя точные копии мальчиков, пастушков и коров. Now Lord Brahma only took them away for one moment of his time. Господь Брахма отсутствовал всего одно мгновение из этого времени. But one moment of Brahma's time was 1 year on this planet. Но одно мгновение времени Господа Брахмы было равно одному году на этой планете. So Lord Krishna was playing the part of all the cowherd boys and all the cows for 1 year. И в течение целого года Господь Кришна играл роль всех мальчиков, пастушков и всех коров. And then Lord Brahma came back and he was surprised because he saw all the cowherd boys and all the cows. And he thought, I've taken them away, how can they still be there? И когда Господь Брахма вернулся, он очень удивился,
он увидел, что все коровы и мальчики-пастушки на месте, и подумал, как же так, ведь я их украл. And then Krishna, when Brahma came to look closer, then Krishna expanded himself and revealed to Brahma and all these different cows and cowherd boys, he revealed them all as forms of Vishnu. И когда Брама присмотрелся, то Господь Кришна из всех этих мальчиков, пастушков и коров проявил четырехрукие формы Вишну. And when Lord Brahma saw all of this, when he saw all of this, he became very bewildered. He could not understand. И когда Господь Брама все это увидел, он пришел в такое изумление, что не мог ничего понять. So, even Lord Brahma is the most intelligent person in the universe, but even he could not understand the limit or the power of Lord Krishna. Господь Брама – самое разумное существо во Вселенной, но даже он не мог понять безграничность силы Господа Кришны. Lord Brahma wanted to see this power, but when he saw it, he could not understand. Господь Брама хотел увидеть эту силу, но когда он увидел ее, он не мог ее осознать. So, after that, all this took place. Then Lord Brahma understands he has done wrong. He has made some offense to Krishna by doing this. И когда все это произошло, Господь Брама вдруг осознал, что он совершил оскорбление таким образом по отношению к Кришне. So he is offering these prayers, he is asking Krishna to excuse him. Поэтому он возносит Господу Кришне молитвы, прося его простить. So in this verse, Lord Brahma uses word, he said, Mukti Pade Sadayabha. И в этом стихе Господь Брама использует слова «мукти паде дая бхаг». That means you become qualified to get liberation. Это означает, что достичь квалификации, получить освобождение. So there was a pastime which is mentioned in the Chaitanya Charitamrita in relation to this verse. В Чайтанья Чаритамрите упоминается это событие в соответствии с этим стихом. There's a great devotee of Lord Chaitanya. His name is Sarvabhauma Bhattacharya. Был один великий преданный Господа Чайтаньи, которого звали Сарвабхаума Бхаттачарья. Now Sarvabhauma Bhattacharya had been an impersonalist before he met Lord Chaitanya. До встречи с Господом Чайтаньей Сарвабхаума Бхаттачарья был имперсоналистом. Sarvabhauma Bhattacharya was a very great scholar of logic and philosophy. Сарвабхаума Бхаттачарья был величайшим ученым и логиком. He used to reside in Jagannath Puri, and there, although he was a householder, he would train the sannyasis. Он постоянно проживал в Джаганатхапури, и хотя он был домохозяином, то тем не менее он обучал даже саньяси. In Jagannath Puri, that is one of the places where Shankaracharya had established his ashram. Джаганатхапури – это то место, где Шанкарачарья основал свой ашрам. Shankaracharya was the founder of the Mayavadi. Shankaracharya has this line of the cyclic succession, and they teach Mayavadi philosophy. Шанкарачарья был основателем ученической преемственности школы Майявады. So Sarvabhauma Bhattacharya, he was the head priest in Jagannath Puri, and he was training all of these sannyasis. И Сарвабхаума Бхаттачарья был одним из главных священнослужителей Джаганатхапури, который обучал всех саньяси. And when Lord Chaitanya came to Jagannath Puri, Lord Chaitanya came into the temple of Lord Jagannath, and when he saw Lord Jagannath, then he fell down unconscious in ecstasy. Когда Господь Чайтанья пришел в Джаганатхапури, он первым делом направился в храм Господа Джаганатхи, чтобы увидеть Господа. И когда он увидел его, он упал без сознания в порыве экстаза. So Sarvabhauma Bhattacharya, when he saw this young man, very tall, very handsome, in the dress of a sannyasi, he was very surprised. И когда Сарвабхаума Бхаттачарья увидел молодого юношу саньяси, очень высокого, очень красивого, он очень удивился. So he had Lord Chaitanya taken to his house, that they could try to help him to recover. И поскольку Господь Чайтанья был без сознания, Сарвабхаума Бхаттачарья забрал его в свой дом, чтобы
он пришел в себя. Lord Chaitanya was unconscious, and they could not get him to come back to consciousness. Господь Чайтанья был без сознания, не проявлял никаких признаков. So in this way, Sarvabhauma Bhattacharya, he was doing some service for Lord Chaitanya. И таким образом Сарвабхаума Бхаттачарья совершил некоторое служение Господу Чайтанье. So of course later on, Lord Nityananda came with all the devotees, and then they found Lord Chaitanya. And by chanting Hare Krishna, they could revive Lord Chaitanya. Позже Господь Нитянанда вместе со своими преданными пришел, и они искали Господа Чайтанью, и звуками Хари Кришна мантры они пробудили его в чувство. So then Sarvabhauma Bhattacharya thought, you're a very young man to be a sannyasi. It will be very difficult for you because the material world is attractive. So I will train you. I will help you to be a good sannyasi. И Сарвабхаума Бхаттачарья подумал, ты молодой человек, уже принял саньясу, ты так долго не продержишься, материальный мир очень привлекателен. Я помогу тебе, я тебя обучу и сделаю настоящим саньяси. Lord Chaitanya was only 24 years old. Господу Чайтанье в то время было всего 24 года. Sarvabhauma Bhattacharya, he was an elderly man. Сарвабхаума Бхаттачарья был уже в порядочном возрасте. So he said, I will teach you, I can teach you Vedanta Sutra. And if you learn the knowledge of Vedanta, it will help you to be a good sannyasi. И Сарвабхаума Бхаттачарья сказал, поэтому я научу тебя Веданта Сутре. И как только ты обретешь знание Веданта Сутры, это поможет тебе быть хорошим саньяси. So Lord Chaitanya, he could not refuse, because this man Sarvabhauma Bhattacharya was a very important person. He had a very big position, and he had been very kind to Lord Chaitanya. Господь Чайтанья не мог отказаться, поскольку Сарвабхаума Бхаттачарья занимал такое уважаемое положение, и кроме того, он помог Господу Чайтанье. So Lord Chaitanya would have to listen to this Sarvabhauma Bhattacharya explain to him Vedanta Sutra. Поэтому Господь Чайтанья стал слушать объяснение Сарвабхаума Бхаттачарьи по Веданта Сутре. But he would explain it in all Mayavadi understanding. Но Сарвабхаума Бхаттачарья все объяснения давал с точки зрения школы Майявады. And for 7 days Lord Chaitanya had to listen to him. И в течение 7 дней Господь Чайтанья слушал его. And Lord Chaitanya would just sit and listen. He would not ask anything. Господь Чайтанья просто сидел и слушал и ничего не говорил. So after 7 days, then the Bhattacharya said, "Why you do not have any question? I am explaining so many things. You should ask some question." И по прошествии 7 дней Сарвабхаума Бхаттачарья спросил, почему ты не задаешь никаких вопросов? Я объяснил столько важных вещей, а ты не задал ни одного вопроса. So then Lord Chaitanya said, he said, everything you are saying is very unclear. Lord Chaitanya said, I already understand the meaning of Vedanta, but the way you are explaining it, it is not very nice. Господь Чайтанья сказал, я вообще-то понимаю Веданту, но те объяснения, которые ты даешь, они какие-то туманные. And then Lord Chaitanya began to explain Vedanta. И тогда Господь Чайтанья стал объяснять Веданту. And then Sarvabhauma Bhattacharya asked Lord Chaitanya to explain some other verses, and Lord Chaitanya explained them. И тогда Сарвабхаума Бхаттачарья попросил объяснить некоторые стихи Веданта Сутры, и Господь Чайтанья объяснил их. And so in this way, Sarvabhauma gradually began to understand Lord Chaitanya was not an ordinary person. И впоследствии, с течением времени Сарвабхаума Бхаттачарья стал понимать, и постепенно Сарвабхаума Бхаттачарья стал понимать, что Господь Чайтанья не является обычной личностью. And Lord Chaitanya revealed to him his form, a satbhuj, two arms playing the flute, two arms of Lord Ramachandra carrying a bow, and then two arms as a sannyasi. И затем Господь Чайтанья проявил перед Сарвабхаума Бхаттачарьей свою шатбуджу, шестирукую форму. В двух руках этой формы были флейта, в двух руках этой формы это были руки Господа Рамачандры, который держал лук, и две руки этой формы были руки сannyasi. And this way Sarvabhauma Bhattacharya understood that Lord Chaitanya was actually Krishna himself. И теперь Сарвабхаума Бхаттачарья понял, что Господь Чайтанья никто иной, как Господь Кришна. And Sarvabhauma Bhattacharya began to become a devotee.
И так Сарвабхаума Бхаттачарья стал преданным. And he began to dislike the Mayavadi philosophy. И теперь он стал ненавидеть философию Майявады. So, when he was reading this verse to Lord Chaitanya one time, he was quoting this verse, the same verse which we read today. И однажды Сарвабхаума Бхаттачарья процитировал вот этот стих Господу Чайтани, который мы читаем сегодня. But the verse here says, "Мукти паде садая бхаг". В этом стихе, как мы говорили, сказано "Мукти паде садая бхаг". So Сарвабхаума Бхаттачарья did not say "Мукти паде". Но Сарвабхаума Бхаттачарья не произнес эти слова "Мукти паде". He changed the word. He said, "Бхакти паде садая бхаг". И он изменил слова. Он прочитал Бхакти паде садая бхаг. So Lord Chaitanya, when he heard Sarvabhauma Bhattacharya change the word, he said, "Oh, that is not right. It is not Бхакти паде". И когда Господь Чайтанья услышал, как прочитал Сарвабхаума Бхаттачарья, он сказал: "О, это не так читается. Там не сказано Бхакти паде". Why you're changing Shrimad Bhagavatam? Почему ты изменяешь текст Shrimad Bhagavatam? Sarvabhauma Bhattacharya said, "No, mukti. Mukti is not good. Is it? That is for Mayavadi". И Сарвабхаума Бхаттачарья сказал: "Мукти это плохо. Мукти это Майявада". Mayavadi is their goal is this mukti, but devotee we do not want mukti. Это Майявади стремятся обрести мукти, а преданные не хотят никакого мукти. Mayavadi is their goal. They think the goal of life is to get liberation. Майявади думают, что цель жизни — достичь освобождения. Mukti means liberation, but the impersonal liberation is that is becoming one with the Supreme. Мукти означает освобождение, но они хотят достичь имперсонального освобождения или слияния с Брахманом. A devotee never wants to become one with the Supreme. Но преданные никогда не хотят слиться со Всевышним. Devotee always wants to be the servant of Krishna. А преданные всегда хотят оставаться слугами Кришны. So the idea of impersonal liberation is hellish for a devotee. Поэтому сама идея имперсонального освобождения является адской для преданного. So when Sarvabhauma Bhattacharya heard this word "Mukti Pade", he said, "No, we will change it. We will put Bhakti Pade". Поэтому Сарвабхаума Бхаттачарья, наткнувшись на это "Мукти Паде", он подумал: "Нет, надо изменить Бхакти Паде". But Lord Chaitanya explained to Sarvabhauma Bhattacharya, No, you cannot change Srimad Bhagavatam. И тогда Господь Чайтанья стал объяснять Сарвабхаума Бхаттачарье: "Нет, ты не имеешь права менять Шримад Бхагаватам". Then Lord Chaitanya explained to him why this word "Mukti Pade" is right and how it also means Krishna. Yeah, Lord Chaitanya explains to Sarvabhauma. И Господь Чайтанья начал объяснять Сарвабхаума Бхаттачарье, почему "Мукти Паде" здесь имеет смысл. Lord Chaitanya explained that Krishna is known as Mukunda, one who gives liberation. Господь Чайтанья объяснял, что Кришна известен как Мукунда, тот, кто дает освобождение. So when says Mukti Pade, this also means Krishna, one who gives liberation. This is Krishna. Поэтому Мукти Паде в данном случае относится к Кришне, тот, кто дает освобождение. Then he explained that the ninth canto of Srimad Bhagavatam is about mukti, about liberation. И он дальше объяснял, что в девятой песне Шримад Бхагаватам говорится об освобождении. And the tenth canto, that is all about Lord Krishna. А в десятой песне все говорится о Господе Кришне. So by taking the shelter of the ninth canto, we will come to the tenth canto, we will learn about Krishna. Поэтому, приняв прибежище девятой песни, мы переходим к десятой песне, чтобы узнать о Кришне. So in this way Lord Chaitanya was explaining to Sarvabhauma Bhattacharya how every word in Srimad Bhagavatam is perfect. Так Господь Чайтанья объяснял Сарвабхауме Бхаттачарье, что каждое слово в Шримад Бхагаватам является совершенным. And you cannot change any of the scriptures. И нельзя менять ничего в Священных Писаниях. But everyone appreciated that now Sarvabhauma Bhattacharya has become a good devotee. Но можно на этом примере оценить, каким хорошим преданным стал Сарвабхаума Бхаттачарья. Before he was thinking the goal of life is to get liberation, to get mukti. До этого он считал, что целью жизни является обретение освобождения или мукти. But after becoming a devotee, he understood liberation is hellish.
Но после того, как он стал преданным, он понял, что освобождение является отвратительным. So this verse, this is a very important verse we were saying. Prabhupada often quoted this verse. Поэтому надо сказать, что этот стих является очень важным. Прабхупада часто цитировал этот стих. We should understand the significance. We will talk about how this verse can be understood in relation to different pastimes. И нужно постараться понять, как этот стих имеет отношение к разнообразным играм. For example, there's one pastime in the eighth canto about the Gajendra, the elephant. Как, например, было такое событие, такая история в восьмой песне Бхагаватам, связанная со слоном Гаджендра. Now Gajendra, the elephant, in his previous life was a king named Indrajumna. В своей прошлой жизни слон Гаджендра был царем, которого звали Индрадюмна. Махарадж Индрадюмна was a great king and a good devotee. Махарадж Индрадюмна был великим царем и хорошим преданным. One day he was meditating, engaged in meditation on the Supreme Lord, when a great yogi came to his place. Однажды он сидел и медитировал на Верховного Господа, и в это время один йог великий пришел к нему. Because Indrajumna Maharaj was engaged in meditation, he did not get up to receive this yogi. Поскольку Индрадюмна Махарадж пребывал в медитации, то он не встал, чтобы поприветствовать этого йога. And the yogi became angry and cursed him. Этот йог разозлился и проклял его. He cursed him to become an elephant. Он проклял его стать слоном. How did Indrajumna Maharaj react to this curse? И как же Индрадюмна Махарадж отнесся к этому проклятию? He accepted it as the grace of Lord Krishna. Он принял его как милость Господа Кришны. He had not done anything wrong. He had not done anything to deserve this. Он ничего не сделал плохого. Он ничего не сделал, чтобы заслужить это оскорбление, проклятие. But when the yogi came and cursed him to become an elephant, he understood this must be the arrangement of Krishna. Он просто сидел и медитировал, тут пришел йог, проклял его, и он подумал, что, возможно, скорее всего, это устроено самим Кришной. So he accepted this curse, and he became the elephant Gajendra, and the result was that by taking the elephant body, he was able to finish off his life in the material world. И он принял это оскорбление и стал слоном. И но результатом было то, что после этого он мог оставить материальный мир. Sometimes Krishna arranges these situations. We are put into difficult situations. Иногда Кришна устраивает такие ситуации, попадая в которые нам приходится очень непросто. As devotees, we should be finished. Our karma is finished. Поскольку, как преданные, мы должны исчерпать полностью всю карму. We have surrendered to Krishna, so karma is finished. Мы предали... прошу прощения. То есть иногда мы думаем, что раз мы стали преданными, вся наша карма закончилась. Мы предались Кришне, значит, кармы больше нет. But still sometimes we are put into a difficult situation, we have some problem. И тогда, когда мы попадаем в разные трудные ситуации, у нас сразу начинаются проблемы. We should understand this must be the arrangement of Krishna. Мы не можем понять, что мы должны понять, что все это устроено самим Кришной. We are put into a condition, a difficult situation, suffering, in order to purify us. Он ставит нас в такие трудные ситуации, заставляет нас страдать только ради того, чтобы очистить нас. Who wants to be purified? Кто хочет очиститься? Все. Все хотят. You want to suffer? You like to suffer? А вам нравится страдать? We should think suffering is purification. Мы должны понять, что страдания необходимы для очищения. Yeah. It is a difficult purification. Очиститься не так-то легко, это трудно. But sometimes this is the arrangement of Krishna. Но иногда это устраивает Кришна. In order to help us go back to Godhead quicker. Только ради того, чтобы вернуть нас домой обратно побыстрее.
So Maharaj Indrajumna was put into the elephant body. He had to take birth as an elephant. Итак, Махараджа Индраджумна получил тело слона, он родился в этом теле. And then he had to fight with the crocodile. И затем у него была битва с крокодилом. And the crocodile was beating him, going to kill him. И этот крокодил, он схватил его, укусил и хотел убить. But he was saved by Lord Vishnu. Но Гаджендра был спасен Господом Вишну. But he told Lord Vishnu, I don't want to stay in this body anymore. I don't want to stay in this material world. И тогда Гаджендра сказал Господу Вишну, я не хочу больше оставаться в этом мире, я не хочу оставаться в теле этого слона. So this is one example of how sometimes Krishna will put a devotee into a difficult situation. Это один пример того, как Кришна ставит своих преданных в трудные ситуации. There's another example in the fifth canto Srimad Bhagavatam. We have the story of Jagbarat. Другой пример описан в пятой песне Шримад Бхагаватам, который связан с историей Джадабхарат. Jagbarat, first of all, he was the king, Maharaj Bharat, and then he went to the mountains alone. В начале Джадабхарата был царем Махараджи Бхарата, и впоследствии, через некоторое время, он ушел в горы один. But he became attached to a deer. Но у него осталась привязанность к олененку. And then next life he became a deer. И поэтому в следующей жизни он стал оленем. But he remembered in his he remembered about his previous life. Но у него сохранилась память о своей прошлой жизни. So then after the taking birth in a deer, in his next life he became a brahmana. И вот после того, как он прожил в теле оленя, в следующей жизни он стал брахманом. But he was very careful that he would not get entangled with any people in the material world. Но он старался теперь быть настолько осторожным, чтобы не взаимодействовать практически ни с кем в материальном мире. He would pretend that he was stupid and that he was foolish and that nobody could educate him. Никто, он вел себя так, как будто он глупый, необразованный человек и ничего не знает. His father would tell him, after you go to the toilet, you must wash your hands. А его отец говорил ему, после того, как ты пойдешь в туалет, ты должен помыть руки. So he would wash his hands and then go to the toilet. А он сначала мыл руки, потом шел в туалет. He would do everything the opposite. Он все делал наоборот. So his father was thinking, this boy is very stupid, I cannot do anything with him. И тогда отец подумал, наверное, он с головой у него не то, и что с него взять. But actually he was the most intelligent person. Но на самом деле он был разумнейшей личностью. So one day a king was coming and he needed someone to carry his palanquin. He needed some strong man to carry his palanquin. И однажды царю той местности понадобился один сильный человек, чтобы нести его паланкин. So Jagbarat had a very strong body, so the king saw him, he said, yes, this one, take him, he can carry. И поскольку Джадабхарата у него было очень сильное тело, то царь, когда увидел его однажды, он сказал, во, вот этот человек подойдет мне, пусть встанет и помогает нести паланкин. So Jagbarat accepted this as the arrangement of the Supreme. И Джадабхарата принял это как то, что устроено самим Всевышним. He did not think he could have said, I am a brahmana, I cannot do this work. Он не начал спорить, я брахман, я не буду делать это. But he accepted it, that this must be the plan, the arrangement of the Supreme Lord. He has asked me to do this work. Он подумал, наверняка это план, устроенный самим Господом, и это он так сделал, чтобы мне дали выполнять эту работу. Of course, when he was carrying the palanquin, there were some insects on the path. И когда он нес паланкин, по дороге ему попадались насекомые. So he would take very great care not to step on any insect. И он с величайшей осторожностью старался не наступить ни на одно насекомое. But when he did that, then the king was rocking and shaking in the palanquin, the king became disturbed.
И пока он делал это, пока он там обходил каждую букашку, то паланкин трясся, и царь качался там в этом паланкине, ему это не нравилось. But then the king began to get angry at him and say, you stupid person, why you're doing like this? И царь тогда стал злиться, гневаться и говорить, глупый человек, что ты делаешь? And then Jadbharat began to speak transcendental knowledge. И тогда Джадабхарата стал говорить трансцендентное знание. Explain to him, you're not really the king. I'm not really your servant. Он стал объяснять, что на самом деле ты не являешься царем, а я на самом деле не являюсь твоим слугой. We're all the servants of the Supreme Lord. Мы все слуги Верховного Господа. So Jadbharat revealed his actual spiritual position. Таким образом Джадабхарата проявил свой истинный духовный уровень. Yeah, sometimes a devotee who does only good things, good activities. They have, you know, we think they're very nice, they're very kind, they're very pious, but sometimes something bad happens to them. Иногда бывает так, что какой-то преданный совершает только очень хорошие поступки, он сам по себе является очень добрым, очень благочестивым, очень искренним человеком, но тут с ним случаются какие-то суровые ситуации. Usually, when something bad happens, we will say this is karma. Обычно, когда случается какое-то плохое событие с кем-то, мы говорим, это его карма. But devotee doesn't have karma. Но у преданного нет кармы. One who is engaged in devotional service, who is surrendered to Krishna, then they're free from all the karma. Кто постоянно занят преданным служением, кто предан Кришне, у него он свободен от всей кармы. But it's explained here that sometimes Krishna understands that there's still some little impurity in the heart. И в этом стихе объясняется, что так происходит, когда Верховный Господь видит, что в сердце этого человека остается некоторая нечистота еще. And in order to remove the last little bits of impurity from the heart, he will put us into a difficult situation. И тогда, ради того, чтобы уничтожить последние остатки вот этой нечистоты в сердце, он ставит его в очень трудные ситуации. And when that happens to a devotee, what should we do? И когда такие вещи случаются с преданными, что мы должны делать? Should we say, oh, why this happened to me? I don't deserve this. I'm a good person. Должны ли мы говорить, о, что это такое? Почему это случилось со мной? Я хороший человек, разве я это заслужил? Должны так говорить? Нет. Yeah, sometimes I met one person, one of our devotees, he got some bad serious health problem. He said, I became a devotee, I got initiated 2 years ago. Why did this happen to me? Я однажды разговаривал с одним преданным, у которого серьезное заболевание сердца. И он говорит, я же стараюсь заниматься преданным служением, я получил инициацию 2 года назад. Почему это случилось со мной? There was a very famous book published in America. It was a very big seller. Many people read this book. Есть в Америке одна очень известная книга, бестселлер, прямо лидер продаж. The book was called Why Bad Things Happen to Good People. Она называется «Почему плохие вещи случаются с хорошими людьми». Because everyone thinks I'm a good person. Потому что каждый о себе думает, я-то хороший человек. I didn't do anything to deserve something bad happened to me. Я не заслужил ничего такого, чтобы со мной могло плохого случиться. But in this verse, Lord Brahma is telling us how we should react when there is something bad, when something not good happens to us. И в этом стихе Господь Брама учит нас, как мы должны реагировать, когда с нами случается что-то неприятное или плохое. What should we do? We should think Krishna's mercy. Что мы должны делать? Мы должны думать, что это милость Кришны. Да. Suffering in the material world, suffering in this life is purification. Страдание в этой ситуации, страдание в материальном мире — это очищение. We should accept it as some mercy of Krishna. Мы должны принять это как определенную милость Кришны. A devotee will think, I'm meant to suffer more
But Krishna is only giving me little suffering. Преданные должны думать, вообще-то я должен был больше страдать, но Кришна мне дал совсем чуть-чуть страданий. And we must go on to continue to do our devotional service. И мы должны продолжать совершать наше преданное служение. Actually, when we suffer, when we are given troubles, we should become more attached to Krishna. Более того, когда мы испытываем трудные ситуации или страдаем, мы должны усиливать свою привязанность к Кришне. And we should call out to Krishna with greater love. А мы должны развивать в себе еще большую любовь к Кришне. So these difficulties, troubles which come in the life, they're a special blessing from Krishna. И тогда вот эти трудные ситуации будут особым благословением Кришны. To help us to become better devotees. Которые помогают нам стать более лучшими преданными, улучшить свое служение. It is a test of our Krishna consciousness. Это наше испытание в сознании Кришны, тест. Somebody, if someone has very weak faith, and then we get some trouble, then we say, oh, I'm not going to chant Hare Krishna anymore. Krishna did not help me. Если у человека остается слабая вера, то случись какая-то трудная ситуация, он говорит, я не буду больше повторять Hare Krishna. Кришна не помог мне. Krishna's not protecting me. Krishna's not helping me. Кришна мне не помогает, он меня не защищает. Why should I serve him? Ну и что я буду служить ему? And then we give up Krishna consciousness. И такой человек оставляет сознание Кришны. So then we give up Krishna consciousness and we go back into material world again. И оставляя сознание Кришны, мы возвращаемся снова в материальный мир. But if we tolerate all the difficulties which come upon us and continue to chant and hear about Krishna, then we will get the real blessings of Krishna. Но если же мы, несмотря на все трудности, которые с нами случаются, продолжаем служить Кришне, продолжаем воспевать, читать о нем, тем не менее, тогда мы заслуживаем истинное благословение Кришны. Hello. Во сколько уборочку? В 11. В 11. Это было at 11. Mm-hmm. Yeah. So, the example is given here in the purport. That if your father is a rich man, what do you have to do to get your father's money or your father's property? Как вот в комментарии приводится пример. Если вы сын богатого человека, что вам нужно делать, чтобы получить состояние отца, его деньги? You have to stay alive after your father. Вам просто нужно пережить отца, дожить. You have to wait for your father to leave the body, and then you inherit the property of your father. Вам нужно дождаться, пока отец оставит тело, и тогда вы станете наследником его собственности. Right? In the same way, Krishna is our father, and he has property, he has the whole spiritual world. Точно так же Кришна наш отец, и у него есть собственность, весь духовный мир. We just have to remain Krishna conscious. We have to stay a devotee throughout the life. At the end of the life, we will go back to the Godhead. Поэтому мы должны выжить в сознании Кришны, оставаться преданным, и тогда, если мы донесем свою преданность к концу жизни и после смерти, мы отправимся в духовный мир. But if we get the test. And they, Krishna's not helping me, I'm not going to chant, then you cannot get back to Godhead. Но если мы не пройдем тест и в трудной ситуации скажем, Кришна не помогает мне, я не буду воспевать и заниматься служением, тогда мы не вернемся в духовный мир. We will all get tested before we go back to Godhead. Мы все должны быть проэкзаменованы перед тем, как вернуться в духовный мир. Krishna wants to see, are we sincere? Do we really want to go back to Godhead? Кришна смотрит, действительно ли мы искренни и действительно ли мы хотим и заслуживаем возвращения в духовный мир. He can offer many things to keep us in the material world. Поэтому он может также соблазнить нас многими вещами, чтобы оставить в материальном мире. Yeah, he can offer wealth, fame, everything of this material world. Он вам предложит богатство, славу, все
то, что важно в этом материальном мире. If we want these more, then to go back to Godhead, Krishna will give them. Если мы этого хотим больше, чем возвращение назад к Богу, нет проблем, Кришна даст нам это. You want to get this big position, success, like then Krishna can give all that, but he will not give the ticket back to Godhead. Он вам даст все, все, что вы хотели, он вам даст положение, славу, влияние, но он вам не даст самого-самого ценного, это билет в духовный мир. Because to go back to Godhead, we have to be pure. Потому что, чтобы вернуться в духовный мир, мы должны быть абсолютно чисты. And the difficulties, the suffering which come in the life, that is given to us to purify us. И трудности, и испытания, которые приходят к нам в этом мире, нужны для того, чтобы испытать нас и очистить. So devotee will accept all this suffering as the mercy of Krishna. Поэтому преданные принимают все страдания как милость Кришны. And they will become more attached to Krishna by the suffering. И через эти страдания развивают еще большую привязанность к Кришне. They won't give up chanting, they will chant more. Они не оставляют повторение, воспевание, а начинают воспевать еще больше. They want to serve Krishna more. Они начинают еще больше служить Кришне. Just like Queen Kunti, she suffered also so much. Например, как царица Кунти, она так сильно страдала. When she was a young woman, her husband died, and she had to take care of all the children. Когда она была еще очень молода, ее муж, царь, умер, и она взяла на себя заботу о всех детях. And then they tried to kill her and her children so many ways. Потом ее неоднократно пытались убить ее и ее детей. And then there was the war of Kurukshetra. Потом случилась битва на Курукшетре. And so many troubles she had to see. Со столькими трудностями ей пришлось столкнуться. But she prays to Krishna, I wish all of these difficulties will happen again and again. Но она молилась Кришне, я хочу, чтобы эти страдания случались со мной вновь и вновь. Because she says, when I have difficulties, then I will remember Krishna more and more. Потому что когда сталкиваюсь с трудностями, я могу помнить Кришну больше и больше. By remembering Krishna, then there is no more birth and death. А помнить Кришну означает больше не иметь рождения и смерти. So this, we have to be clear about the goal of life. Поэтому мы должны очень четко понимать цель жизни. That we want to go back to be with Krishna. Мы должны хотеть вернуться и быть рядом с Кришной. And in order to remove any dirty thing, any impure desire, Krishna makes arrangements. И Кришна как раз и посылает ситуации, чтобы удалить из сердца всю нечистоту и какие-то остатки желаний. And to purify us, he will give us what we think is not pleasant, what appears to us to be not good. И чтобы очистить нас, он как раз и дает те вещи, которые не очень приятны. We are put, maybe we lose our money, we lose our we lose something we value in the material world. Иногда он создает такие ситуации, когда мы теряем деньги или теряем какую-то ценность богатства в этом материальном мире. Even you can see, we give the example. Indrajumna Maharaj became the elephant. Вот вам пример. Индрадюмна Махарадж стал слоном. It is not very nice. Явно это не очень хорошо. To take the elephant body. Представляете, попасть в тело слона. The dumb, big, strong, but not very quick, not a very nice body. Он такой большой, толстокожий, неповоротливый, не очень хорошее тело явно. Jada Bharat, he had to carry palanquin. Jada Bharat, ему приходилось нести паланкин. So, it was the mercy of Krishna. Но все это было милостью Кришны. To allow them to become greater devotees. Которая помогала им стать величайшими преданными. The Pandavas, they were great devotees, but they suffered also a lot. Пандавы были величайшими преданными, но как сильно они страдали. They had to go into exile to live in the forest for so many years. Их отправили в изгнание в лес на столько лет.
their wife was taken from them, and they had to see people try to rip off her cloth. Ее, их жену выволокали перед всеми и пытались снять с нее одежду. So just because we are devotees does not mean there will be no suffering, does not mean there will be no difficulty. Но если мы преданные, это не значит, что не будет трудностей, не будет страданий. The nature of life in this world, there will be trouble. Природа этого мира такова, что всегда будут страдания. Prabhupada gives example, just like if you go in the ship and you cross the sea, there will be sometimes a big wave, there will be a storm. Шрила Прабхупада приводил такой пример, как если вы, например, отправляетесь в путешествие на корабле по морю, там всегда будут какие-то волны и шторма. The boat will rock. We may think, oh, I'm going to get off the boat. Лодку может качать, корабль может качать. Можно подумать, я тогда вообще не буду пользоваться лодкой. It is not safe in the boat. Это очень небезопасно на лодке. I will get off the boat. Я выкину лодку. Then finished. Then you have no hope. Все тогда у вас нет надежды. We cannot swim across the ocean. Вы же не можете переплыть океан без лодки. So, in the same way, sometimes we are in Krishna consciousness, we are practicing Krishna consciousness, but sometimes some trouble comes. We may think, okay, I give up, no more chanting. Вот точно так же в сознании Кришны иногда бывают трудности, какие-то ситуации, и мы можем сказать, все, я оставляю воспевание. Then we have no hope to get out of material world. Тогда у нас нет надежды пересечь этот материальный мир. We have to stay in the ship. We have to stay on the boat. Мы должны оставаться на корабле, должны оставаться на этой лодке. The same way you have to stay in Krishna consciousness. Другими словами, мы должны оставаться в сознании Кришны. Even though, even if everybody goes away, just like before, we had temple here in Sakhalin. There was a temple, then closed the temple. Как вот, например, на Сахалине у вас был храм, но он закрылся. Okay, no temple anymore. Okay, I'm not going to be a devotee. Ну ладно, раз храма нету больше, значит я не буду предан. But we should think, even if I am only one person, still I will never give up Krishna. Даже если во всем мире я останусь одним единственным преданным, я не должен оставлять сознание Кришны. Prabhupada was alone. He went to America alone. Прабхупада был один, и он поехал в Америку один. He found people to help him to spread Krishna consciousness. Он нашел людей, и они помогали ему распространять сознание Кришны. So even troubles come, we will accept this. This is Krishna giving test for us. Поэтому даже когда трудности приходят, мы должны понимать, что это Кришна дает испытание нам. Krishna wants to purify us, to help us to become better devotees. Кришна очищает нас, Он помогает нам стать лучшими преданными. When we have got temple, then it's very easy to be devotee. Когда есть храм, то очень легко быть преданным. Because you can go every day, there will be program. Потому что там каждый день проходит программа, можно ходить туда. But when there is no temple, then you have to practice on your own. Но когда нет храма, вам приходится прикладывать очень много собственных усилий. More difficult. Много трудностей. It's a test from Krishna. Это проверка от Кришны. But still, if we keep going, then gradually Krishna starts to help. Но если мы продолжаем, если мы выдерживаем эти испытания, Кришна начинает помогать. The difficulties come, they do not last forever. Эти трудности, которые приходят, не будут продолжаться вечно. Just like in the boat, the storm comes, then the storm will pass, and then it will become smooth again. Точно так же, как на лодке, мы плывем, шторм начинается, но он же заканчивается, и снова море гладко. So in the same way, we have to tolerate happiness and distress, just like the winter and the summer. Точно так же и здесь мы должны терпеть страдания, несчастья, или, например, как лето и зиму. When the winter comes, then it's very cold. You cannot just say, okay, I will wait for summer. I'm not going to do anything. This now it's too cold. I will do in the summer. Не так, что вот лето пришло, зима пришла, и мы говорим, о, сейчас холодно, я вообще ничего не буду делать, буду ждать лета. Oh, you will not eat all winter?
что вы перестаете есть зимой. You will not do anything. Перестаете что-то делать зимой. No, we have to continue, we have to keep, we have to keep going. Нет, вы продолжаете, вы стараетесь. So the same way with our Krishna consciousness, even the troubles come, the difficulties come, we have to keep also going in Krishna consciousness. Точно так же и в сознании Кришны приходят трудности, приходят испытания, но мы просто продолжаем нести свое преданное служение в сознании Кришны. In India, they have many trains, they have many railway lines everywhere. В Индии очень много поездов, очень много железнодорожных вот этих вот путей. So the railway is very important in India because to connect many towns, villages, they don't have good road, they will just use the railway train. Железная дорога играет огромное значение в Индии, поскольку она связывает практически все города. Там дороги не очень хорошие, поэтому огромное значение придается железной дороге. But often Indian train will not run on time. Но бывает, что индийские поезда периодически вовремя не приходят. Yeah, we always make a joke about Indian time. Indian time means 2-3 hours after the time. Есть даже такая шутка. Индийское время. Это значит плюс-минус 2-3 часа. You know, if they say that the meeting will be at 9 o'clock, that means everyone will come at about 11 o'clock. То есть, если, допустим, говорится, встреча будет в 9 утра, это подразумевается, что ну, где-то к 11 все подтянутся. Indian time. Индийское время. So Indian railway also run like that. Индийские поезда примерно так же и ходят. Train is never on time. Поезда никогда не приходят в точное время. They have the saying, if you work in the Indian railways, if you're the worker in the Indian railway, they will say, keep the wheels rolling. Even the train does not go on time, it goes slow, but keep it going. Workers? Yeah, the workers, they're working. They support this railway? Yeah, too, they work for the railway. So the workers, they tell the workers, even your train cannot run on time, keep it going. Even it goes slow, all right, then keep it moving. Но, тем не менее, есть такая поговорка у индийских машинистов. Держи, дословно это звучит, держи рельсы постоянно занятыми. Ну, то есть, другими словами, даже если поезд идет медленно или какие-то задержки, все равно продолжай идти, все равно приди хоть во сколько-нибудь. So, we have to be like that sometimes in Krishna consciousness. Вот мы должны также неуклонно двигаться в сознании Кришны. We have to keep the wheels rolling, keep going. Мы должны как бы поддерживать колеса вращающимися. Don't stop. Don't ever give up. Не оставлять, не прекращать. Sometimes we do more, sometimes we do less. Иногда бывает, что мы можем сделать больше, иногда бывает меньше. But keep going, keep going. Но продолжать двигаться, продолжать держать колеса вращающимися. So this verse is very important for devotees. Поэтому этот стих очень-очень важен для преданных. Krishna, Lord Brahma is saying, even we get difficulties, but still we will just keep remembering you, serving you, chanting your name. Поэтому Господь Брама и говорит, что даже если у нас возникают какие-то трудности, мы должны продолжать помнить тебя, думать о тебе, вспоминать твои игры, помнить твое имя. And in this way we become qualified to become the devotee. Так мы ставим ним квалифицированными стать преданными. Krishna will take us back to God. Кришна вернёт нас обратно к Богу. We don't demand I have to go back to Godhead. We leave it up to Krishna. We do not demand, we do not say I have to go back to Godhead. Мы не должны думать, что я автоматически вернусь к Богу. We leave it, it's up to Krishna. Это всё зависит от Кришны. I just want to be Krishna's servant. Я просто слуга Кришны. Here or there, anywhere, material world or spiritual. Неважно, здесь или там, материальный мир или духовный. Just like we see, Daksha. Daksha was a Prajapati, and he was a very senior man, and he was a very powerful person. He was one of the sons of Brahma. Можно также рассмотреть пример Дакши. Дакша это был один из Праджапати. Он был очень необычной и почитаемой личностью. Он был сыном Брахмы. But he had some problem. He had some argument with Lord Shiva. Но у него возникли некоторые разногласия с Господом Шивой. And because of that,
He got put in very difficult situation. И в связи с этим, вследствие этого, он попал в очень трудную ситуацию. His head was cut off, and he got the head of a goat. Его голова была отрезана, и вместо нее приставили голову козла. So he was put into a lot of trouble. То есть он прошел через суровые испытания. Although he did so many things, pious things, he was doing sacrifices and trying to please the Supreme. Хотя он сделал очень много жертвоприношений, он провел очень много обрядов для удовлетворения Всевышнего. But he got trouble. Но он попал в такие. But then there's проблемы. This. On the other hand, we see Ajamila. Ajamil was a brahmana, and he became very fallen, degraded. Также можно вспомнить Аджамилу. Аджамила был брахманом, но он потом очень сильно деградировал. But somehow he chanted the name Narayan, and he got liberated. Но как-то вот получилось, что он повторил имя Нараяна и обрел освобождение. So it's very difficult to understand the plan of Krishna. То есть видите, как трудно понять иногда план Кришны. We do not know what is Krishna's plan. Мы никогда не знаем, в чем план Кришны. We just have to surrender to him. Мы должны просто предаваться ему. Whatever he wants. И делать все, что он хочет. We will just continue to go on to be his servant. Просто продолжать оставаться его слугой. Okay, any questions? Вопрос. Yes. Вот говорили, что Сарвабхаума Бхаттачарья оказал некоторое влияние служение Господу Чайтании. Вот момент у меня в связи с этим по поводу чистых преданных. Сарвабхаума Бхаттачарья, он уже пришел как чистый преданный или стал чистым преданным в результате служения? И то же самое по поводу Бали Махараджа, того же Бхишмы. She asked about you said in a lecture that Sarvabhauma Bhattacharya rendered some service to Lord Chaitanya and he became a devotee. And the question, he before this was a pure devotee, or he became a pure devotee through this rendering this service. Also the regarding about Bhishma and Bali Maharaj and Tushin. Bhishma, Bali Maharaj. So all these devotees, they were pure devotees before some contact with Krishna, or they became pure devotees in contact with service? They became. Они стали. Стали, то есть в процессе стали. Mm-hmm. То есть когда мы говорим, что, предположим, о Бали Махараджа, mm-hmm. что он чистый преданный после того, как отказался от Шукрачарьи и принял только вот служение Кришне, да, все его. So if we regarding, for example, about Бали Махарадж, so he became a pure devotee after he denied Шукрачарья and accept Krishna. Right. Yes. Да. Yeah. He gave up the bogus guru. Да, он оставил bogus guru. Ложного гуру, false guru. Then he became Mahajan. И он стал Махаджаной. Because he gave up the bogus guru. Потому что он отрекся от bogus guru. But his guru, that guru Shukracharya, he had brought him back. He had died. Bali Maharaj had been killed, and Shukracharya had brought him back to life. Бали Махарадж был убит, и Шукрачарья вернул его к жизни. So. But it was very difficult. Это было очень трудно сделать. Because Bali Maharaj had great, so much appreciation that this man brought me back from death. То есть для Бали Махараджа было очень сложно отвергнуть Шукрачарью, потому что он был в большом неоплатном долгу перед ним. But still he had to give up. И все же. Because he understood he is giving me wrong instruction. И все же он отверг его, понимая, что он дает мне ложное наставление. I have to surrender to Vishnu. Я должен предаться Вишну. Почему я этот вопрос задаю? Что мы иногда очень обобщаем, говорим чистый преданный. Все-таки с какого-то конкретного момента надо учитывать, да? Because когда он проявляет качество чистого преданного. Because sometimes we very often say pure devotee, but we should say about devotee who is really pure. We don't know who is pure. Мы не знаем, кто чистый. We should think everyone is purer than me. Мы всегда должны считать любого преданного чище, чем мы. Нет, я имею в виду на примере вот Махаджан. On the example of Mahajan, so they became from a particular moment. Yes. Yeah, that
It brought out that moment, that incident brought out their pure devotion. Вот эти вот ситуации, которые во всех этих случаях происходили, они как раз и привели к чистой преданности. Уважаемый учитель, у меня такой вопрос. Было сказано в вашей лекции, что понятие такое хороший преданный. И Кришна начинает непосредственно работать с хорошим преданным. Да? Ну, обучать его, лечить, что называется. А что значит хороший преданный? И с какого момента, ну, примерно философски, Кришна начинает работать с нами? Dear Master, I have one question. In your lecture you explained that such a termin good devotee. And Krishna will give medicine to good devotee. And the question is, when? What does it mean, good devotee? When we may say about us, good may say about person, good devotee, and when Krishna become to associate on have terms such terms with good devotee. So, good devotee means they stick to the Krishna conscious principle. Хороший преданный означает он твёрд в принципах сознания Кришны. Four regulative principles, 16 rounds. Четыре регулирующих принципа, 16 кругов. And they are attached to Krishna. Attached. И так он привязан к Кришне. They like to hear about Krishna. They like to associate with devotees. Хороший преданный это тот, кому нравится слушать о Кришне, общаться с преданными. It's good devotee. Вот это хороший преданный. С какого момента начинает работать Кришна? And from whom moment Krishna become to work with us in such terms? Mm-hmm. Well, give medicine, give troubles, and so on. I don't understand. From what moment Krishna will become to personally That's up to Krishna. We don't know. Мы не знаем Кришну до такой степени. А должны ли мы постоянно как бы думать, что хочет от нас Кришна? Раз понять мы его не можем, конечно. То есть мы должны постоянно как бы искать, что он хочет от нас, как бы ответ на этот вопрос, да? Ежедневно. Практически. Как понять вообще, что он хочет от нас? Should we try to understand what Krishna wants from us? Should we every day constantly seek what Krishna wants, and how can we understand what Krishna wants from us? Well, we can understand what Krishna wants by hearing Srimad Bhagavatam, by reading Bhagavad Gita. Мы можем понять, что хочет Кришна, слушая и читая Шримад Бхагаватам и Бхагавад Гиту. Krishna in the Bhagavad Gita, he says how we can worship him, offer leaf, flower, fruit, water. Как вот, например, в Бхагавад Гите Кришна говорит, что он хочет, чтобы ему предложили листок, цветок, воду. We learn from Prabhupada's teachings also what we should do to please Krishna. Также из наставлений Прабхупады мы можем понять, что хочет Кришна. Chanting his name, offering obeisances to him. Повторять его имя, предлагать ему поклоны. And telling other people about Krishna, distributing the message of Krishna. Распространять послание Кришны другим людям. Like, вот так. This is what Krishna wants. Serving Krishna. Serving Krishna. Yeah. Служить кому? Служить Кришне. Сейчас собирается служить напрямую Кришне. Вот в связи с вопросом Александра Махарадж говорил в лекции, что ну, было опять же отмечено, что хороший преданный это тот преданный, который наследует четырем регулирующим принципам. Да? То есть нет никаких спекуляций относительно того, что я могу делать что-то, да, там, например, курить или там выпивать иногда. И как бы, ну я искренне преданный, я верю в Кришну, и Кришна меня заберет. Но в связи с этим, опять же, я слышал в лекциях Махараджа, да, такие интересные примеры. Нет, других Махараджа, прочитание Чандрачарам, да, когда вот они были в Индии, да, и ну, ряд преданных, скажем, неискушенных Индии, видели и Бриджабаси, да, например, которые курили. И они очень удивлялись, говорили, как же так? То есть они курят, а что это такое? То есть Прабхупада говорил 4 минуты списка. И Махараджи говорили, что не обращайте внимания, то есть нужно, ну, то есть это такие личности, да, к ним относиться нужно тоже осторожно.
Вот мне, лично мне, например, непонятно. С одной стороны, есть понимание, да, четкое, что нужно делать, чтобы не совершать оскорбления там, и быть правильным преданным. Но с другой же стороны, есть какое-то как бы, ну, допущение. Как бы, да. И как вот это понять? The question is in connection with question of Alexander. Your answer that good devotee is who one who follow four principles and chanting 16 rounds, strictly following principle of Krishna consciousness. So there is some contradiction. For example, sometimes in India, he said in lecture he heard that they entered into India and saw some bridge buses who smoke some bidis and something else, and they say to his guru, oh, it's not good, they smoke, the devotees, but they smoke. And guru answered that don't worry, don't mention it, they are special persons, they are special devotees, it's okay, it's devotees in any situation. There is contradiction. On the one hand, there is a devotee, they must have understanding. On the other hand, they have some compromise. Well, the problem is because these people are bridge basis. Bridge basi are certainly different people. Проблема в том, что bridge basi это разные люди. Ну, то есть есть это немножко другие люди. Because they are born in that land of the holy land, so from their birth, it means in their past life they already had some connection with Krishna. Здесь главное понять, что поскольку они родились на священной земле, это необычные люди, это значит, что они в прошлой жизни были связаны с Кришной. So Lord Chaitanya, even Lord Chaitanya, he told one of his devotees was going to Vrindavan. He told him, when you go to Vrindavan, don't associate with the bridge basis. Даже Господь Чайтанья говорил одному преданному, который собирался пойти во Вриндаван, не общайся во Вриндаване с bridge basi. So they are special people. Это особые люди. So you cannot judge anything by bridge basi people. Bridge basi people are very special, different people from other people. А bridge basi это вообще отдельная категория людей, отличная от других, поэтому судить вот именно bridge basi не имеет смысла. Because they are born in that land of Vrindavan, so they have a lot of Krishna conscious things in their past and in this life. Поскольку они уже, сам факт того, что они родились на священной земле Вриндавана, подразумевает, что они сделали огромное количество служения для Кришны. So we don't associate, we don't try to mix, we don't go closely. Но мы не должны общаться просто вот с Бриджабаси очень близко. Просто Кришна говорит, что делают великие люди, то делать будут остальные, как это будет как пример. То есть не будет ли это такой дискредитация, да, вайшнава, дискредитация преданных для новичков и вообще для людей, которые видят это все. But for neophyte devotees, just like in Bhagavad Gita, Krishna says, what do the great person and other common persons will do the same? So maybe this is will be discreditation for neophyte devotees. No, but you should not try to judge anything based on bridge basi people. Don't see the bridge basis as great persons. Just see them as something separate. They're different people. Не нужно, самое главное, здесь нужно понять, что нельзя считать bridge basi великими личностями. Это просто отдельная категория людей. То есть не пример можно не брать. Да. Because they have some natural attraction for Krishna. Их вот эта вот особенность в том, что у них есть спонтанная или естественная привязанность к Кришне. So when one has a natural attraction for Krishna, then the rules and regulations are not so important. Поскольку у них вот эта естественная привязанность присутствует уже, то эти правила и предписания могут для них не быть так важны. We do not have that natural attraction. У нас нет естественной привязанности. То есть если преданный европеец, да, то есть не Индии, говорит, что я вот, например, у меня есть вредная привычка, да, если не расстаюсь, потому что я не могу уже с ней, да, расстаться, но я предан Кришне, и как бы я искренне, то насколько это
Авторитетная вообще спекуляция это или что это такое? Как это понимать? But if non-Indian devotee, maybe European or Russian devotee, said that I am sincere devotee, but I have very bad habits, for example, smoke, but I cannot reject this habit, but I nevertheless, the sincere devotee. What is this speculation or authority? Well, it means their devotion is not very high level. Просто нужно понять, что его преданность не на высоком уровне. They're not able to follow the rules. Он не способен сейчас следовать. Как относиться к такому преданному? How should we construct relations with this devotee? Well, be careful. Аккуратно общаться. If they're not following some rules and regulations, we encourage them. You have to try to encourage them. At the same time, don't associate too closely. Мы должны быть осторожными. С одной стороны, мы должны всегда его воодушевлять, делать что-то лучше, вдохновлять его в сознании Кришны, но слишком близко не общаться. Расскажите, пожалуйста, об истории Шрилы Прабхупады. О какой истории? О любой, но именно как Махарадж. Рассказать историю какую-нибудь, да? Может быть, своей жизни. Редкую, может быть. Devotee asked, tell please maybe some story about your association with Srila Prabhupada, maybe about Srila Prabhupada. Well, I'll tell you a story. Prabhupada was in Indonesia and there was a man, he said, I like Krishna very much, I love Krishna, but I also love wine. Я расскажу вам такую историю. В Индонезии был Прабхупада и был один человек, который говорил, я люблю очень сильно Кришну, но я также очень сильно люблю вино. So Prabhupada told him, so when you drink wine, think of Krishna. Krishna is the taste of wine. И тогда Прабхупада сказал ему, всякий раз, когда будешь пить вино, думай о Кришне. Кришна — это вкус вина. Поэтому он тебя привлекает. Тебя привлекает не вкус вина, а Кришна. Prabhupada encouraged him. Прабхупада вдохновил его. Стал много пить. Did he, his devotee became drunk more? I don't know. But the idea is if we think of Krishna, when you drink wine, you will think of Krishna more, then gradually Krishna from the heart will tell us you don't need to drink wine. Идея наставления Прабхупады была в том, что даже если мы вот еще не отказались и пьем вино, мы должны думать в этот момент о Кришне, и тогда с течением времени мы обчистимся, и Кришна сердце нам скажет, оставь ты уже. Not that you, Krishna tells you drink more wine. Не то, что Кришна вам скажет, да пей ты больше. Несколько вопросов, они просто длинные. And no, many questions and the long questions. Известно, что преданные, которые оставляют тело в Навадвипе, после смерти возвращаются в духовный мир. А что происходит с теми, кто ел мясо и оставил тело в Навадвипе? Могут они вернуться в духовный мир или нет? Question. It seems that devotees who left the body in Navadvipa after his birth, they return to spiritual world. But what can we say about those devotees who eat meat and leave the body in Navadvipa? Can they be returned to spiritual world or not? Not everyone who lives in the holy dham is actually in the holy dham because there's a covering on the dham. There's a covering which is there for. You know, we shouldn't think that everyone in the holy dham is also a devotee. Мы не должны думать о каждом человеке, кто находится в дхаме, в святой, что он прям преданный, потому что дхама она имеет некоторое покрытие, защиту. The dham has a special covering layer. Not everyone will be able to perceive the holy land, although they're living there. So, someone is a meat eater. What will be his destination? It is said, there's one place in Navadvip Dham, if you leave the body there, Lord Shiva will come and chant the holy name in your ear. Дхама имеет определенную защиту, поэтому не каждый человек, даже который живет в Дхаме, может проникнуть через эту защиту.
Итак, какова судьба тех, кто оставляет тело в Святой Дхаме, даже если они ели мясо? Ну вот, например, в Навадвипе есть такое место, где говорится, что если вы там оставляете тело, сам Господь Шива приходит и в момент смерти вам повторяет святые имена на ухо. So if Lord Shiva comes and chants the holy name in their ear, it will depend how they react. Do they, are they attracted by the holy name? Or do they feel, you know, they don't like the holy name? Поэтому, видите, даже в такой ситуации, когда придет Господь Шива и в момент смерти будет повторять вам на ухо святые имена, все зависит от того, как вы к этому отнесетесь. Вы можете принять святое имя, можете сказать, а, мне это не надо. It will depend on their consciousness. Поэтому все в конечном итоге упирается в сознание человека. Next question. Yeah. Материальный мир является искаженным отражением духовного мира. Это означает... Это означает ли это, что в духовном мире также есть природа, деревья, трава, цветы, птицы? А эти деревья... А, это уже... Ага. Material world is a reflection, bad reflection of spiritual world. Does it mean that in spiritual world also there are trees, grass, flowers, birds and so on? Yeah. Oh, yeah. But next question with connection with this. Эти деревья, птицы, травы — это порождение йога-майи или это души, вернувшиеся туда из материального мира? But and these trees, grass, birds, and so on, this is the expanse of yoga-maya, or this is souls returning to... Souls. These are all souls. Это все души. In the spiritual world, all souls are equal. All have the same consciousness. В духовном мире не только в духовном мире все души они равны, то есть неважно птица ты или человек, там все имеют равность. They're all pure devotees. Это все чистые преданные. And next question regarding this question. А если это души, то как мы должны совершать преданное служение, чтобы, вернувшись в духовный мир, продолжить служение Кришне в человеческой форме? But if these all souls, how should we render our devotional service for returning in spiritual world, continue service to Krishna in human form? But you can serve Krishna in any form. Вы же можете служить Кришне в любой форме. Not only in human form. The tree is also serving Krishna. Деревья это же тоже чистые слуги Кришны. Tree is giving shade to Krishna. Protect shade from the sun. Give shelter to Krishna. Give flowers to Krishna. Give fruit to Krishna. Деревья так сильно служат Кришне. Они дают ему защиту от палящего солнца. Они дают ему цветы. Они дают ему фрукты. Everything in the spiritual world, they're all devotees. Все души в духовном мире это преданные. The birds, the flowers, they're all for the pleasure of Krishna. Все они, включая птицы, цветов, приносят наслаждение Кришне. The parrots will take messages for Krishna. Попугаи приносят послание Кришне. The peacocks, Krishna will dance with them. Павлины танцуют, и Кришна танцует вместе с ним, с ними. Ответьте, мы получили это. Хари Кришна. Детское имя Баларама. А? Детское имя Баларама. А, да? Хорошо. Махарадж Гова. Кто? Говинда Свами Махарадж. His name Баларам. Говинда Свами gave his child name. Приезжал сюда? Да. Young boy, да? Okay. Any other question? Okay. Thank you. Yeah. Еще вопрос? Или нет? Все? Yeah. То, что забыли вчера. Ну, можно сейчас? Да, можно сейчас. I am again. She, Yulia Ivanovna, very sincerely make next flower garland, and I again forget. I have no forgiveness. Две гирлянды. Yeah, now it's two garlands. Again, forget two garlands. So now she's cursed me, and I became a flower garland. So good.
should I? Yeah, better. Yeah. Молодцы. Hare Krishna. Hare Krishna. And second girl, maybe on давай, давай, evening давай, program. Давай, yeah. давай. Махарадж говорит, на вечернюю программу. Я ее положу в холодильник. Я обещаю, что я первое, что сделаю, я ее одену. Я ее буду вот так на руке носить. И пока я не одену, я пакет не сниму. Как сегодня, да? Да. Нет, я одену. Okay, so we will stop there. Hare Krishna, Srimad Bhagavatam Ki Jai. Нашим Махарадж Ки Джай. Объявления будут, да? Объявление давайте на Харинам. Харинам пати at 2:30. And what маршрут от нас? Да.